Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Жития святых во свете Библии. Смотрим открытым оком. Вопрос 1944. Повышенные требования, пусть даже только некоторых, лишь сегодняшних архиереев, к своим посомам, не оттолкнут ли слабых новоначальных от церкви? Ответ. На это не нужно смотреть, потому что есть каноны, соответствующие епитимии. И в житиях были такие архипастыри, которые желали чистоты в церкви. 1 Коринфянам 4:21. Чего вы хотите? С жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости? 2 Коринфянам 10:11. Так как некто говорит, в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна. Такой пусть знает, что каковы мы на словах в посланиях заочно, так вы и на деле лично. 1 Коринфянам 5:3:5. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общий с моим духом, силой Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во изможение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Вот посчитай Господа Иисуса Христа, сколько раз он говорит Господа Иисуса Христа, раз, Господа два, три, вот, в маленьком отрывке. А сегодня бывает так, церковные архиереи, вплоть до патриарха, говорят минут 20, и слово «Христос» никогда не произнесут. И слова Библии нигде нет, слова Писания нету, но не на равных. Еще спрашивать. Геннадий, 31 августа. Святой патриарх Геннадий имел обыкновение не поставлять в пресвитер желающего до тех пор, пока не выучит наизусть всю псалтырь. Ибо сей великий архиерей Божий ревностно заботился о строгом соблюдении чина церковного. Он сознавал, что сей чин только тогда мог быть исполнен тщательно, когда все священники и клирики будут научены книжному разумению и возмогут понимать разумно Писание Божественное. Ибо пресвитер, не обученный книгам, не мог бы учить иных, не мог исправлять и наставлять на путь спасения, не зная сам спасительного пути. На таковом сбываются слова Христовы. Может ли слепой водить слепого? Ну, я со священниками знаюсь больше полвека. И скажу, что абсолютное большинство Писания не знает. Каноны почти 100% не знают. И одержимо вот этим духом ревности к себе только привлечь. И любого задавить злобой, это почти 100%. Самое дохлое положение у нас в стране, это священство. Из-за которого все мы погибаем. Они не учат, народ погибает. Не оболь упадут в яму, Лука 6:39. И притом это не нами сказано. Вопрос 1945. Если вы занимались так много материалом вселенских и поместных соборов, то что более всего вам не понравилось в них? Не понравилось. Это не означает, что я их сказал, они не нужны. Нужны, вы приняли, вы их исполняете. Такие правила, из которых меня не касаются, только архиереев. Ну и поступайте по ним. Меня подлавливать не надо на этом. Ответ. Наличие духа отнюдь не Христово. Это то, что сегодня в господствующей церкви, в патриархии московской, так похоже, как будто слепок оттуда привнесен. Им бы только власть сломить, чтобы она издала им законы, которые будут поражать в правах всех, кто не с ними. Ведь придумали при Ельцине, они другой закон приняли. Могут быть зарегистрированы те, кто находится здесь, зарегистрировано не менее 50 лет. Ну, откуда 50 лет-то? Никому не давали регистрироваться. То есть она одна остается патриархией. 2 Коринфянам 3:17. Господь есть Дух. А где Дух Господень, там свобода. Римлянам 13:8. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. Или любящий другого исполнил закон. А здесь именно нелюбящий, главное. В них этот дух коммунистического тоталитаризма, который они порождены, были в пробирках Сталина Берии в 43-м году. Им бы поучиться у императора Константина, язычника. Я говорю об агрессивности священства патриархийного. Я на себе испытываю постоянно. Мы приезжаем в какую-то деревню, село, ну, допустим, было это Коробейниково, Алтайский край, село Ребриха, село Мамонтово, ну, большие села. Там даже по 20 тысяч населения. Мы договариваемся с администрацией,
как в большинстве случаев так. Потом идем, объявление вывешиваем, когда мы приедем и далее. И человек 46 приезжает на 6-8 машинах. Идем в каждый дом, стягиваем к центру и говорим 3 часа в Доме культуры или на стадионе. Ну вот узнает православный священник, он беснуется, притом все одинаковые, 100%. Повторяю, 100% они беснуются. Они сразу в милицию, тут приехали иеговисты. А перед этим мы к нему приехали, побыли, побеседовали, благословились у него. Он знает на 100%, что неправда. Они Бога не боятся, они безбожники. Я писал патриарху, какие антихристы вокруг вас. Это вы дали им повод такой. Эти приезжают, звонят в краевом отделе юстиции, мы зарегистрируем православную церковь. А теперь в газете пишут, кто дал право священникам занимать должность секретаря КПСС по идеологии. Кого принимать в клуб, кого не принимать. Вот и напоролись они. Лгут на 100%. Ой, Игнатий Тихонович, только уходите. Отец Роман в Коробейнике. Я говорю, когда надо, мы уйдем. Мы прошли всю деревню, только 2 Евангелия или 4 нашли. Люди Евангелия не знают. А мы 450 новых заветов подарили в этой деревне. Мы людей-то к вам в храм ведете, ему это не надо. Он смотрит на меня, как на врага. И тут же вызвал милицию, а милиционер ходит, майор, а что я возьму, ничего не нарушает. В храм мы не заходим, на улице находимся. Люди пришли добровольно, стоят, слушают. Милиционер ходит, мотается, а он к нему, ой, выезжайте. Вы думаете, этого попа наказали? Мы это все на видео сняли. Я местному архиерею дал, это был Максим Дмитриев. Он сейчас где-то в Липецке, это Ельце Липецкой области. Ведь не наказали. Ну, они же лгут. Ну, лжец, какой это руководитель-то? Но мало того, что лгут, он делает именно так, как патриархия говорит, он патриот. Проходит год, его патриарх ставит епископом. Сейчас он епископ, где-то в Рубцовске или где-то, этот Роман самый. А он на фото у нас, он кричал, как бесноватый, уходите отсюда, уходите, это жители Гадаринские, я говорю, так просили. Когда уехать, мы уедем. Там был перед этим на мой брат, протоиерей отец Аким. Они вместе по-хорошему разговаривают, они по-хорошему. Но если он почувствовал, что что-то про него где-то могут сказать, а сказать-то как не сказать, если он не учит? Я и сказал, вы народ-то учите, Евангелие народ совершенно не знает. 1000 населения, а 6 человек только ходят, а 7 прислужников. Прислужников больше, чем священников и иеромонахов. Но они так там разогрели, каждый год туда крестный ход, они там доход имеют от этого. Крестный ход. Идут там, засоряют лесополосы. Всего на собор прибыли с епископами. Были пресвитеры, диаконы, более 2000 человек. И одних святителей, то есть епископа, было 318. Собор открылся в июне 325 года в обширной палате царского дворца. Скамьи стояли вокруг комнаты для епископов, а посреди стол, на котором лежала книга священного писания, как верное свидетельство истины. Свидетельство истины в ней, а не то, что вы, имея Библию в руках, и будете говорить. Все сектанты, еретики, все имеют Библию, и каждый тянет в свою сторону. Когда все собрались, явился Константин во всем величии своего императорского сана, но без вооруженной стражи, в сопровождении придворных из крестьян, облеченный в самые пышные царские одежды, блиставшие золотом и драгоценными камнями. Появление его поразило собрание, и особенно тех из присутствовавших на нем, которые, прибыв из дальних стран, никогда не видали ни его царского лица, ни царственного величия. Но и сам он смутился при виде такого собрания славных пастырей Церкви Христовой, среди которых находились строгие подвижники и чудотворцы, исповедники и мученики с обожженными руками и прободенными очами, пострадавшие за веру. Молча, с поникшим взором, подошел он к приготовленному для него золотому креслу и стоя ждал, пока святители не пригласили его сесть. Выслушав затем приветственно благодарные речи Евстафия Антиохийского, историка Евсевия Кесарийского, Константин сам обратился к собранию с речью, в которой выражал свою радость, что видит такое великое собрание отцов, и умолял их разрешить миролюбиво спорные вопросы. «Бог помог мне, — говорил он, — и низложить нечестивую власть гонителей. Но несравненно прискорбнее для меня всякой войны, всякой кровопролитной битвы, несравненно пагубнее, внутренняя междоусобная брань в Церкви Божией».
отпуская отцов собора, Константин в прощальной речи к ним умолял их иметь мир между собою. «Берегитесь, — говорил он, — горьких между вами споров. Пусть никто не имеет зависти к явившему особенную мудрость. Достоинство каждого считайте общим достоянием всей церкви. Высшее и превосходное. Не смотрите высокомерно на низших. Богу одному ведомо, кто превосходнее. Совершенство редко где бывает, и надо иметь снисхождение к слабейшим братьям. Мирное согласие дороже всего. Спасая неверующих, помните, что не всякого можно обратить ученым рассуждением. Но учение надо нас образовывать с различными расположениями каждого, подобно врачам, применяющим свои лекарства к различным болезням, то есть индивидуально. Не воюйте, а за круглый стол садитесь. Это говорил царь-язычник. Язычник, он до самой смерти был некрещенный. И перед самой смертью крестился и принял крещение-то от языческого, от этого, от арианского епископа. Он никогда ни одного дня православным-то не был. Равноапостольный. Но это уж такая натяжка, о которой и говорить не стоит. Вопрос 1946. Почему так много изменили в православной церкви, даже в причастии, когда подают из такой неудобной ложечки? Даже название такое компрометирующее, лжица, напоминает о лжи. Зачем это все сознательно искажали? Ответ. Это из благих намерений. Умничали до полного забвения Библии. Придумали имена великие, именем, допустим, Василий Великий. 17 человек назвали этим именем. А потом Ирод Великий, Петр Великий. А в действительности они и были самые настоящие великие реформаторы, исказившие ясные слова Бога Всемогущего. Эти искажения приняли, даже не обернулись на слова Христа. И так будет до суда Божия, до великого и страшного. Тогда Слово Божие займет место судьи. Иоанн 12:48. «Отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет судью себе слово, которое я говорил. Оно будет судить его в последний день». 2 Фессалоникийцам 2:2. «Не спешить колебаться умом или смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного». Иеремия 14:14. «И сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложно именем моим. Я не посылал их и не давал им повеления, и не говорил им, а они возвещают вам видение ложи и гадание пустое, мечты сердца своего». Вот у монахов это видение, видение он услышал в тонком сне везде. Это к ним целиком относится. Иеремия 23:21. «Я не посылал пророков всех, а они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали». А без помощи Божией какой пророк? Арсений Великий, 8 мая. Не должно удивляться тому, что братья принимали в руки честное тело Христово. В первые века христианство непосвященным позволялось брать в руки святые дары и уносить их с собой домой или в путешествие. Но впоследствии отцы и учители церкви запретили это делать. И по следующей причине. Во время патриаршества святого Иоанна Златоуста в Константинополе одна женщина принесла домой святые дары и смешала их с какими-то снадобьями для волхвования. Узнав об этом, святой Иоанн Златоуст сделал распоряжение по всем церквам, чтобы честное тело Христово не передавалось в руки христианам, но чтобы вместе с божественной кровью преподавалось верующим из чаши. О подобном же святой Дмитрий Ростовский говорит под 9 ноября повествование о житии преподобной Феоктисы. И вот женщина какая-то взяла, принесла, смешала. Во-первых, исследования-то не было никакого, а только по слуху. Второе. Та женщина умерла, ну и что? 400 лет никакой женщины не было. А теперь 1600 лет озираются на женщину и делают не так, как в Священном Писании. Ложечка, раскрой рот, тут поддерживают, еще только не делают. И в этот день там нельзя пить, нельзя есть. А апостолы совершили литургию, сначала барашка покушали, выпили вина, закусили опресноками, а потом причастие. Да разве сегодня разрешат натощак? Даже святую воду, натощак. Вот тощак, дался ему, все отощали от этого тощака. Притом, то, что я говорю, это по слову Божию. Это, ну, такое обычай. Но обычай вопреки того, что Христос оставил-то. Зачем делать это, когда Бог этого не оставлял? Он подал хлеб и сказал, сие тело мое.
дал вино и говорит, сия кровь моя. Это присуществление осуществилось, отдельно было. Люди брали в золотые сосуды, делали чаши и им ложили. Иоанн Златоуст выговорил. И говорит, берите в руку, ну, платочек, как некоторые под просмотр, целлофанчик возьмите. Потому что любая рука, она честнее, важнее, чем золотой сосуд. Как здорово. Да разве сегодня пойдут на это священники? Болящего там, там сколько вокруг, наказывает, не ел, чтобы таблетку не проглотил какую. Все, уедет и не даст где-то. Ну, явно, что не по Евангелию. И как оно может быть выше евангельского? Слово Божие будет судить нас. Я что, придумаю и что? Ненависть-то ко мне из-за чего? Я высвечиваю это, я говорю. Мы не евангельские христиане. Павел говорит, подвязайтесь за веру евангельскую. Православные подвязаются за поповско-монашескую веру. За предание старцев. Но не за Евангелие. Вопрос 1947. Есть ли где-нибудь указание носить крест нательный? Что это дает? Ответ. Крест – знак спасения тебя Христом. Ношение его напоминает тебе о Христе. Придавать же этому значение оберега, как у язычников, дело ненадежное для спасения. Целуй его, храни, носи, но не надейся, что этот крест, как амулет, спасет тебя. 1 Царств 4.11. И ковчег Божий был взят, и два сына Илиевы, Офни и Финес, умерли. То есть даже ковчег не помог, его пленили. Когда мы идем не по заповедям Господним, тогда вместе с головой Бог снимает крест. А люди тут будут выдумывать канонизации и прочие ухищрения. Но этих сыновей-то уже нет. И страти 13 декабря. Вскоре после этого Лизе отправился однажды за город производить смотр войскам. Во время смотра, когда все воины показывали свое умение владеть оружием, один из них по имени Орест, высокого роста и видной наружности, должен был по своему чину представиться Лизию. Увидев его, Лизий похвалил его, назвал настоящим воином и велел ему бросить копьем в цель. Когда Орест наметил цель и замахнулся копьем, золотой крест, бывший у него на груди от сотрясения, выпал наружу. И это было завещено всеми и самим Лизием. Орест тотчас же был призван к Лизию, который, взял у него с груди крест, и держа его, спросил, что это такое? Неужели и ты из числа почитателей распятого? Я раб распятого, владыки моего и Бога, отвечал Орест. Это знамение его ношу на себе для отогнания всех угрожающих мне зол. Вот крестик носить надо, а в языческой армии служить. Он хорошо бросает копье, вот 40 мучеников, это все христиане. Когда провели ревизию при Адриане, сразу нашли 11 тысяч христиан, которые воевали, убивали людей. Они были храбрые, они пробивали... Что храбрые? За счет убивали людей. И притом войны все были захватнические. В армии языческих гонителей. Хотя бы один раз-то это дело как-то надо просмотреть-то. Георгий Победоносец. Ну, он христианин был. Какой Победоносец-то? Интересно, у католиков его деканонизировали, из святых его просто выкинули, Георгия Победоносца. Там ничего нет святого. А вот сапоги надели, то другое, ну дальше они показали крепость. Много и придумали. Воины в армии Христа, когда написано «Враг голоден, накорми его». Вот сейчас украинцы православные воевать будут с русскими, тоже православные, всех причастили. Русские воевали уже с грузинами, с православными. Что доказывать-то? Как у мусульман, Ирак с Ираном, шииты, сунниты между собой тоже дерутся. А убийца, человек-убийца, дьявол. И те, и другие кому служат? Если бы мы верили по-настоящему, вопрос 1948. Говорят, что крещение раньше у православных принималось во взрослом состоянии. Есть ли тому подтверждение в житиях святых? Ответ – да. Так и было, это по Писанию более, чем принятие крещения в младенчестве. Самое вредное и неправильное, что сегодня есть, разлагающее в православии, это неправильный вход в церковь. Сегодня чисто механически все совершается. По конвейеру. Пришел, заплатил, мокрой ладошкой батюшка волосы погладил, и ты вроде бы уже христианин. Это есть профанация крещения. И лютое безумство губителей веры. Попы-убийцы. Библия же говорит, что человек должен сознательно принять Христа, сознательно уверовав в Сына Божия, обещать Ему служить доброй совестью. Не потому ли возникли эти обеты в монашестве, и притом несколько их, и называют их вторым крещением, что первого как такового не было, и теперь пытается с черного хода компенсировать эти упущения и недостатки. Марка 16:16. Кто будет веровать,
и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Евреям 11:24. Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. Иоанн Златоуст, 13 ноября. Потом, когда Иоанну исполнилось 18 лет, он еще не просвещенный святым крещением, которое по обычаям того времени принимало в зрелом состоянии. Это кавычки, цитата. За 13 ноября. Отец у него был верующий секунд, и мать Анфиса была глубоко верующая, однако не крестили. А сегодня сказал об этом Осипов, там, Дмитрий Смирнов. Ой, еретики, они против детского крещения. Они не против. Детей крестить надо у тех, которые действительно верующие, ходят в храм. Я за то, чтобы крестить детей, но у кого? Сегодня крестить-то не у кого. Приходят, никто никого не знает. Только у истинно верующих, у христиан. Есть еще известие о том, что блаженный Арсений был восприемником при святом крещении сыновей царских, Аркадия и Гонория, так как тот и другой были крещены не в младенческом, а в юношеском возрасте. Это я беру из разных житий святых, чтобы доказать по вопросу. Это опровергнуть нельзя. Василий Великий, 1 января. Как ныне, так и в древности новокрещенные в знак полученного имя очищения от грехов облекались в белые одежды. Древние христиане очень поздно принимали святое крещение, отчасти по смирению, отчасти в том соображении, что окрестившись незадолго перед кончиною, получит в крещении прощение всех грехов своих. А иначе после крещения совершишь грех, уже Бог не прощает. Такое было понятие. Григорий Богослов, 25 января. Однако не тотчас крестили младенца. В те времена существовало у многих христиан добровольные обычаи отлагать крещение до зрелого возраста и до того года, на котором Христос Господь наш крестился от Иоанна в Иордане. Чаще всего до 33,5 лет. Таким образом, святой Григорий был крещен не тотчас по рождению, но согласно древнему обычаю, принятому у христиан, крещение было отложено до возраста лет Христовых, до 33 лет. В 4 столетии был вообще обычай откладывать крещение до зрелого возраста, иногда даже, как это было с Константином Великим, до смертного одра, так как опасение умереть некрещенным казался меньшим, чем страх впасть в смертный грех после крещения. Константин император, 21 мая. Но Константин до сего еще времени не был крещен. Это в наше время и для нас может казаться явлением весьма странным. Но в древние времена церкви христианской многие принимали крещение в зрелых летах или даже в старости. Одни по чувству глубокого уважения к великому таинству, для воспринятия которого считалось необходимым долгое приготовление. Другие же не без лукавого похотения пожить сначала в свое греховное удовольствие-то, а потом уже возродиться для новой духовной жизни. Бог им судья. Константин, с юных лет носившись в своем сердце Христа, издавна сделавшись в душе христианином, отлагал свое крещение по смиренному сознанию своей греховности, желая подвигом целой жизни приготовить себя для этого. При том же в душе его хранилось искреннее желание креститься в водах реки Иордана. Не получая облегчения в Веленополе и чувствуя крайний упадок телесных сил, Константин переправился в Никомидию, и здесь, созвав епископов, просил их удостоить его святого крещения. Епископов собрал не священник, а как будто царь что-то другое надо, такой же грешник. И несколько, чтоб было. Видите, вот это все царское он перенес и на свою жизнь. Перед крещением умирающий царь произнес такую речь. «Пришло желанное время, которого я давно жажду, и о котором молюсь, как о времени спасения. Пора и нам принять печать бессмертия, приобщиться спасительной благодати. Я думал сделать это в водах реки Иордана, где в образ нам принял крещение сам Спаситель. Но Бог, ведающий полезное, удостоит меня этого здесь». Приняв святое крещение, Константин ликовал духом, сердце его было полно живой радости. Облеченный при крещении в белую одежду, представшую подобно свету, он не снимал ее уже до смерти, а почил он на ложе, покрытом белыми покрывалами. Багряницы же этого царского отличия, раб Божий, уже не восхотел и касаться. Свою последнюю благодарственную молитву, возвысив голос, царь заключил такими словами.
Теперь я сознаю себя истинно блаженным, ибо имею несомненную веру, что я приобщился божественного света и удостоился жизни бессмертной. Великий равноапостольный Константин скончался, завещав царство трем своим сыновьям. В самый день Пятидесятницы 337 года, на 32-м году своего царствования, имея 65 лет от рождения. Тело его с великим торжеством перенесено было в созданный им град Константинополь и положено, согласно его завету, в церкви святых апостолов, в гробнице им самим уготованной. Вот ему дано было. Киприан Карфагенский, 31 августа. По существовавшему в древней церкви обычаю, Киприан до крещения должен был некоторое время провести в состоянии так называемого оглашения. Неизвестно, сколько времени Киприан провел в состоянии оглашения. Можно предполагать, что оно было непродолжительно. Главнейшими занятиями святого Киприана после крещения были молитва и чтение священного писания. Вот каждому бы так. Вопрос. 1949. Когда мы ныне так много читаем, слушаем, то накладывает это на нас особую ответственность. Что жития об этом сохранили? Можем не знать, может не знать бы Библии, и не отвечать за такие нарушения, какие говорите. Кто мало знает, мало дано, мало спросится. Ответ. Многие монахи любили книги, переписывали их много и носили с собой. Колоссянам 4:16. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Ладикийской церкви. А то, которое из Ладикии, прочитайте и вы. Лука 12:48. Который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется. И кому много вверено, с того больше взыщут. Евстафий 20 ноября. Евстафий, прижав святое Евангелие к груди, приложился к нему и положил его на стол. Причем один из солдат заметил, смотри, как христиане любят свои книги, в которых заключается все их волхвование. Солдаты, взяв Евстафия, повели его вниз. А он, осмотревшись и увидев священные книги, сказал, обращаясь к ним как живым, обещаемся вам! Книгам обещаемся. Когда допрашивали... Господу слава за все. Аминь.